полицию Владивостока поступило заявление местного жителя с просьбой привлечь к уголовной ответственности гражданина, похитившего мобильный телефон его сына. Установлено, что 9-летний мальчик гулял на стадионе в районе улицы Иртышской. К нему подошел неизвестный мужчина и попросил позвонить. Взяв у ребенка телефон, злоумышленник скрылся. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Владивостоку установили личность и местонахождение, а позже задержали 38-летнего ранее судимого жителя дальневосточной столицы. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Гражданин даже принес свои извинения потерпевшему, но это не избавило его от уголовной ответственности. Очень сильно сожалею о своем поступке. Дружище, прости, пожалуйста, я совершил очень большую ошибку, огорчил тебя, я не хотел, я сам не понимал, как так получилось. Извини, я очень сильно переживаю за свой поступок, я обязательно свою вину перед тобой искуплю. Следователем отдела полиции номер 3 Управления МВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это грабеж. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 4 лет.